участники и гости выставки. От имени губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко и правительства города хочу всех поздравить с началом работы выставки, форума, посвященная истории России. А если говорить об истории, то уже владыка Назарий сказал о том, что 18 лет как существует эта выставка. И слава Богу, что на этой выставке он стал поистине форумом обсуждения самых актуальных насущных проблем духовно-нравственного нашей жизни, Здесь обсуждаются актуальные проблемы и духовно-нравственного воспитания, воспитания детей наших, что нас сегодня очень волнует, и умение пожертвовать, принести какой-то дар. Кроме всего прочего, правительство Санкт-Петербурга всемерно оказывает помощь в организации этой выставки. И уже ставшие традиционно правительство и церкви соразборчества, мы правительством приняли решение участвовать в подготовке празднования 300-летия, чествования. То есть Александра Сергеева. И фондом развития подготовлен уникальный сборник о Лавре, в который вошли все архивные документы. То есть 3 года работали над этим юбилейным изданием. И правительство помогало как бы вместе создавать этот сборник. И мне сегодня во время открытия выставки хотелось бы преподнести в дар викарию Санкт-Петербургской епархии владыке Назарию первый экземпляр этого юбилейного тиража, а весь тираж передать в Лавре для распространения. Всем участникам и гостям выставки хотелось бы пожелать здоровья прежде всего, благополучия, милости Божией, и чтобы ваши планы все свершились. Спасибо.